Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня, 2 апреля, Международный день по распространению информации о проблемах аутизма. В Казахстане число аутистов неуклонно растет. Не хватает специалистов, мало пособий не только самим аутистам, но и матерям, инвалидам. Аутизм – это психологическое расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга. Оно проявляется до 3 лет. У нас нет комфортабельных условий для развития аутистов. У страны, точнее у правительства, у государства есть деньги на переименование Астаны в Нур-Султан, что невыгодно с экономической точки зрения. Да и вообще звучит очень абсурдно. Такое ощущение, будто я живу в сталинскую эпоху в 1937 году. Я призываю казахстанцев выходить и не бояться. Аллах Казахстан. Я поддерживаю челлендж. Свободу Айгуль Акберды и ее мужа Аблавасу Жумаеву. Свободу этим истинным патриотам своей страны. Руки прочь от журналисток Светланы Глушковой и Сании Тайкен. Они наша единственная надежда. Казахстан, просыпайся!